Ну что ж, это была самая большая и тупая собака в моей жизни, и я ее любил все равно. Зато он был хорошим другом. И сказать нечего. Наконец-то хозяйка свалила. Это значит то, что я могу пригласить своих друзей-псов к себе в гости. Игорь, просыпайся. Да что такое, что? Доброе утро. Ты можешь, пожалуйста, открыть двери моим друзьям, когда они придут? И немножко нет, рук нет. А что мне за это будет? Гав! Ау! Ты слышишь, вот, они гавкают, гавкают. Пожалуйста. Не, ну мне нужно много лайков. Мне нужно много лайков, тогда я впущу домой. Ну да, дадим мы тебе много лайков. Открывай дверь уже. Мне надо очень много лайков. Мы поставим очень много лайков. Поставим. Да. Ребят, ну может быть вы нам поможете и поставите свой лайк, чтобы Игорь впустил моих друзей. Вот, пожалуйста, поставьте и потратьте 2 секунды вашего драгоценного времени. Ну ладно, ладно, раз уж тут такое дело, то впущу я. Так, только стоп, у меня есть 2 правила. Во-первых, я здесь главный, то есть я командую, значит, меня слушайте, да? 3 правило, у нас здесь есть суперкомната. Здесь туалет называется. Да, туалет, суперкомната. Здесь есть розовый лоток, это лоток Игоря, то есть мой лоток. Чужим не какать, да? Да. А посмотреть, а просто посидеть можно? Нет! Так ты же не главный в этой хате, хозяйка-то свалила. Хозяйка свалила, значит, я главный. А, ну ладно. Так, а чем мы заниматься будем, Настя? Ну, не знаю, у нас где-то здесь было пиво. Пиво. Хозяин разрешит, хозяин. Так, хозяин! Короче, значит, давайте, значит, строимся все. Все строимся. Да. Строимся. Быстро строимся, все в рядочек. Построился, гав-гав. А ты давайте все... по росту. Да, по росту. Мокс первый. Да. Нет, я первый. Ладно, ты первый мопс. Да дайте мне бат. Все, я тут. Я предпочитаю мопсов, понимаете? По сравнению с мопсом я не такой маленький. Вот. Значит, первое задание. Мопс, ты несешь мне пивас. Свидание? Я погнал. Ты большая тупая собака, играешь на пианино. Ты развлекаешь меня, уткнувшись носом в пол. Давай, вперед. Устроим здесь тут свои. О, нифига. Хозяин, на пиво, Андрей. О, пиво, Андрей. Я играю на пианино. Ля-л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 я. Фу, как-то не очень. Так, вот это поинтереснее. Поинтереснее будет. Игорь, скажи, пожалуйста, когда мне остановиться. А, мопс так не может. Нифига себе, да. Хватит, мне уже плохо. Гав-гав. Давайте мы сейчас похаваем, только всю еду не хаваем, я, значит, кушаю только самое вкусное, вот, значит... Подсадите кто-то! Мопс, садись мопсу. На меня помогите садись! Мопсу. Мопс, садись! Ой, не могу! О, запрыгни! Стол сломали! Что, я хозяйка меня убьёт? Хочу писать! Я хочу помочь мопсу, как бы дать курицу, но... Я ломаю все, кроме этой самой курицы. Я хочу писать, хочу срочно писать. Очень срочно хочу писать. Нет. Жека, только не на лоток, Говно, здесь табличка написана, лоток Игоря. Облегчение. Служи мне какать. Гав-гав, облегчение. Я тут ни при чем. Что? Я хотел писать. Иди сюда, ты наказан, иди сюда на балкон. Куда на балкон? Ой, Женечка попал. Иди сюда, большая тупая собака, ты теперь живешь на балконе. Гав-гав, а ну гав-гав. Нет, хозяин, может не надо? Я не достаю. Откройте, пожалуйста, друга. Гав-гав! Я еды закину. Он писал в мой лоток. Ну я же не специально. Смысл? Там был другой лоток, надо было писать в другой лоток. Я не успел добежать до того, этот был ближе. Выпусти. Ну он очень сильно сожалеет, пожалуйста, выпусти. Да. Ну хотя бы еды ему дай немного. Еды? Вот можно я закину, открой дверцу, пожалуйста. Я пивасик закину, открой. Ладно, гав-гав. Хорошо. Вот, на, держи. Хозяин, что ты наделал? Ну что ж, это была самая большая и тупая собака в моей жизни, и я ее любил все равно. Зато он был хорошим другом. И сказать нечего. Все сказали. Правильно, давайте накидаем ему любимых вещей. Я накидаю картину. Держи, Женечка, цветочек, держи. Пускай земля тебе будет пухом, друг.
Да, закапал побыстрее, я не могу смотреть на это. Я поставлю крест мимо, конечно же. Агав! Ну, гав! Агав! Гав-гав! 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 Я жив! Гав-гав! Смысл? Привет! Мысли, дохлые собаки не разговаривают. Как ты жив? Как ты жив? Что творишь? Я жив, гав-гав. Я просто подавился и потерял дыхание. Да, да. О, твою мать, а кто это в дверь звонит, а? Ой-ой-ой. Игорь, кто это? Кажется, хозяйка пришла. Эдди, скрючка. Срочно валим. Иди открой дверь, иди. Ребята, открой... нам нужно что-то делать, вы не должны тут быть. Хозяйка! Хозяйка! Господи, я не думала, что все закончится именно так. Я больше никогда никого не буду звать к себе на хату без разрешения. И буду послушной собакой. Да-да, мы больше не будем шуметь, мы будем хорошими песиками, да-да. А я больше никогда не буду ссать и какать в чужие лотки. А мне вообще не нравится в этом углу. Меня наказали, я не хочу быть наказанным. Поэтому ставьте лайк, чтобы нас простили, пожалуйста. Всем пока. Да, ребята, всем пока. Всем пока. Всем пока.